качественных результатов, я бы рекомендовал производить данную операцию на специализированных автосервисах. Впрочем, многие специалисты сходятся во мнении, что особой необходимости в таком покрытии нет. Если оно и действует, то весьма недолго. Да и при неинтенсивном городском режиме антидождь малоэффективен. Если у вас машина стоит в городе, на светофоре или в пробке, то разбегаться в стороны они не будут. Такое покрытие действует, во-первых, не длительный промежуток времени, при условии, что вы ездите с довольно-таки высокой скоростью, чтобы эти капли расходились в сторону. Срок службы нанопокрытия зависит от многих факторов. Качество наносимого материала, частота мойки машины. Чем больше вы пользуетесь стеклоомывателем, щетки у вас работают на чистку стекла, вы это покрытие снимаете, стираете. Это обычная жидкость определенного химического состава. И, естественно, механическое движение щеток снимает это покрытие. На бесконтактной мойке нанопокрытие станет более долговечным, чем на ручной, так как на ручной есть фактор механического воздействия на стекло, то бишь смывание пленки механическим путем. Мы проверили действие нанопокрытия. При обильных осадках капли действительно скатываются вниз, и ветровое стекло остается практически сухим. Впрочем, это ненадолго. Через несколько дней эффект действия покрытия пропадает. Щетки приходится применять все чаще. Так что наш совет автолюбителям – применять антидождь только в том случае, если вы не уверены в исправности своих стеклоочистителей. Партнер программы – компания «Иванка Автостекла». Английские моторные масла «Карлю» – идеальный вариант для современного автомобиля. Чувствуешь легкий голод? Попробуй тук. Хрустящий соленый крекер, испечен в печи, который не даст легкому голоду разрушить твои планы. Три крутых вкуса. С солью, паприкой и сыром. Тук. Всегда вкусно. Всегда тут. Представляем вам форму для изготовления садовых дорожек. Форма для садовых дорожек поможет вам создать неповторимый интерьер вашего участка. Просто установите ее на подготовленную поверхность и заполните раствором. Используя цветные наполнители, можно имитировать природные материалы. Получившиеся блоки отлично стыкуются без образования швов. Вы сами выбираете ширину и направление дорожки. Звоните и заказывайте пластиковую форму для изготовления садовых дорожек и порадуйте себя великолепным интерьером на вашем участке. Внимание, сенсация! Наша разработка спрей для полости рта «Похудей» поможет вам избавиться от переедания. При первом же желании съесть незапланированную порцию пищи, воспользуйтесь спреем для полости рта «Похудей», и он поможет вам вовремя остановиться. Заказывайте спрей «Похудей» прямо сейчас. Будьте красивы, здоровы и счастливы! Алло? Алло, алло! Давай тебе купим новый телефон. Новый 3G-телефон. 0 рублей первоначальный платеж. Пора обновить телефон.